Доброе утро, моя семья. Доброе утро, мама! А батя, это ничего не напоминает, посмотри, на личико не похоже. Мы позавтракали, я еще успела поубирать в доме, ну так, все пораскладывать. Сегодня троица, хотела помыть пол, но раз такой большой праздник, не буду этого делать. Вот, но больше варить нужно, обед никто не отменял, сейчас без 10:11, пойду нарву морковки. Лучок еще там есть, свекла есть, так что буду готовить борщ на зажарке, такой вот постненький. Так, компотик уже готов, сейчас буду выключать. Вот, здесь у меня вишня, кизил, желтая луча, немножко черешни. В общем, три кофейные такие маленькие чашечки сахара. И все, компот готов. Вот уже горошек наш. Уже вчера мы его ели. Надо выбирать еще, есть совсем уже пустой. Есть уже хорошенький. А вот и морковка. Сейчас пойду с этой стороны. Нарву себе, дергаю. Так, вот я нарвала морковки. Уже вот такая вот выросла. Морковочка. Сейчас все сразу здесь на улице обрежу, чтобы в дом не заносить столько ботвы. Трактор ко мне приехал. Это КамАЗик приехал. Я здесь уже нарезала лучок, морковку. Сковородка греется. Картошка в воде варится. Так, вот моя поджарка. Зажарка у нас это называется. С болгарским перчиком, с желтеньким. Свекла, лук, морковка и болгарский перчик. Сейчас сюда добавлю томатик домашний. И все немножко протушится и будем добавлять картофелю. Сына. Так, ну что, борщик готов. Борщик! Ну что, будем мы кушать? Уже кушаем. Уже кушаем. Афанасий, руки, пожалуйста, в рот можно не брать? Дети спят? Ну, Афоня пошел отдыхать, Сержиня пошел выкладывать. У нас был домашний кисляк, вот я уже банку замочила после него. В общем, это прокисшее молоко домашнее. Оно стояло в холодильнике, сюда я добавила 3 яйца. Сейчас буду делать салатики. Щепотку соли. Обязательно. Надо даже соль достать. Так, все, щепотка соли. Сахара на глаз. Не очень много. Так, теперь все размешиваем. Так, потом еще добавлю соды. Тоже на глаз. Примерно 2-3 щепотки. И муку. Так, все, намешала я здесь тесто. Оно достаточно густенькое должно быть. То есть не совсем должно литься. Теперь на минут 15-20 должно постоять, чтобы сода поработала. Потом буду печь. Так, ну что, жарю я оладьки. Я их передержала где-то полчаса, тесто стояло. Это очень много, поэтому они не особо-то и поднимаются. Интернет, знаете, такая штука, которая кажется, что ты только поставил бульон вариться, а мясо уже поджарилось. Поэтому, в общем, как есть, так и поедим. Так, ну что, Фоська проснулся. Пес компот с оладиками, и да? С папой. Ну, папа раньше, чем Фоська. Ну, конечно, да. Фоська просто любит спать. Ты любишь спать, Афоня? Не любит? Ну, он любит, как... Это понедельник. Завтра Фоньки в садик. А вот тебе на работу? Тебе завтра работа начинается, Афоня? Нет. Да. Аку. Ты в
садик. А мне ходила колки. Потом в школу, да? Когда ты садик закончишь? Ну, я раньше окончу, и мама пойду в школу. Ты уже на следующий год пойдешь, сынок. Мама, я маме покажу. Ага. Фу. Ты высоко так кидаешь? Давай, а я сейчас тебе покажу. Давай. Ой, сейчас. Я просто... Ой. Ну ладно, сейчас я тебя вытаскиваю. Ты меня тут регулировал велотренажер, а то скорости не переключились, получается. Давай со самой слабой будем пробовать. Я еду. Легко? Быстро. Давай второй. Да, заметно. Давай. Вот так я готова. Батарейки надо еще сюда. Там две пальчиковые обычно. Да, обычные. А они у нас есть, кажется. Две пальчика. А мы помнишь, когда это брали? Я здесь подкосила немножко газон, и то уж он совсем отрос. Сижуня на косилке поставил повыше, так что он не совсем под корень его косит. Включили вот его поливать. Выпустили Рекса поиграть. Рексик, да? Папа его чешет, да. Погладил ты его? Да ты ж его не за жопку-то. Да все летит, отходи, Афоня, смотри, как все летит. Папа его вычесывает, ага. Видишь? Вычесывает, вернее. Рексик, да? Хороший мальчик. А? Да, иди, будем брать сейчас? Старай. Что там такое, сынок? Не надо пить, она же на земле валялась. Она грязная, ее уже выкинуть надо. Но. Нет, не тут, в мусорку туда отнести. Беги, отнеси. Не балуйся. Афонь, но. Возьми бутылку, отнеси. Сейчас дам. Вот же ты. А, взрослый, а игрушка ты. Ну. Ты куда? Вторую ракетку ж забыл. Ну, ты тогда шуруп вкручивал, было хорошо. Уже порвалась? Да она не порвалась, она не натянута. Рекс вон пошел играть. Видишь, он еле летит. Папа, после того, как мы туда вкрутили шуруп, вот эти именно ракетки тогда порвались, помнишь? А что она уже не... А поднимается еще? Конечно. Она на всю трубку должна поднимать. Так, а где Гриша? Пошел за это. Что поднимать, Григорий? Где же велик? Так, сейчас надо попробовать. А что вы в бадминтон-то поиграли? Поиграли, и валанчик надо хороший. И ракетки тоже. Надо ракетки? Один раз это купить, один раз хороший. В декатлоне, да? Ну, или в декатлоне. А руль вы не поднимали? Или хорошо. Руль не надо? Вот. Ну как? Хорошо. Ну, я вижу, это он уже сидит вот так вот. Наклонен, ну да. Не наклонен, а он вроде хочет встать, а... Ну да. Там плохо. Антоха с Афонькой вот там играет. Идет? Мы ужинаем. Папуля решил бычков достать. Да. И ты кушаешь рыбу. Да, вот такие вот сушеные совсем уже засохшие бычки. Обалденные. Вкусные? Папа рыбу. Папа чистит, да? А папа ловил. Папа ловил. И Гриша ловил, да? Рыба, это в Ейске, да? Ой, так нормально. Папа начинал открывать, потом говорит, ой, дай я докажу потом.
Уже похолодало, да, сына? Надо одеваться и носки, и штаны. А то прям прохладно, да? Да. Луна! Что там? Луна! Луна там, да? Вот она, луна. Это камушки тут лежат. А мы несем Антошке вещи, чтобы его одеть, да? Да, а луна так. Тут так холодно, да, вон они там с Дашей играют. Дашенька, да. Одеваю. Да давай на шорты одевай, конечно. Все. Заправься только хорошо и застегнись, хорошо? Вот. Давай, давай. Сейчас уже иди сюда, я сейчас пойду монтировать, а вы, пожалуйста, поиграйте, а потом купаться, хорошо? Гришуля, выключай свой телефон, а потом купаться и ложиться спать, тебе же в садик, сыночек. Ну, а завтра без уроков у меня будет горох 10 кило. Нет, завтра еще, наверное, нет. Может, послезавтра, сына. Еще узнаем. Степочка забыл кепочку? Понятно. Ты это что? Больно? Ну, ты же ударился. Конечно, тебе больно. Не становись тогда так, Антош, не надо. Пусть заживет, хорошо? Долго будем заживать. А ты что делаешь? Да? Давайте говорим всем до свидания. У тебя тут нет вавки? Говори всем до свидания. До завтра, да? Подписывайтесь на канал Антон Долго и ставьте пальчики вверх. Пока-пока. Пока-пока. Облакана. Пока. Пока всем зрителям. All the times that you ain't on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake. You think I'm crying on my own, well I ain't.